Каску им, производство Казахстан. Вот как раз-таки уже ему дали добро на пройти в прививочный кабинет. Именно здесь вот как раз и будет проходить весь процесс. Вместе с ним, и мы вместе сейчас же прям в прямом эфире посмотрим, как это происходит. Конечно, она не так сильно отличается от спутника ВИ, вакцинация. Механизм и алгоритм один и тот же, но есть некоторые отличия, о которых нам позже расскажет медицинский сотрудник этой организации. Сейчас вот достают. Давайте ознакомимся с вакциной. Называется Каску-Им, производство Казахстан. Вакцина однодозная, во флаконе. То есть она предназначена только на одного человека? Для одного человека. Так. Обрабатываем печем. Дня после инъекции мочить место нельзя. Через час выпиваем жаропонижающее. Да, конечно. Во флаконе одна доза. То есть нельзя мочить. Какие еще рекомендации есть? Душ, ванны принимать нельзя. Три дня может быть как гриппозное состояние. И после этого нужно обязательно находиться 30 минут в... 30 минут ожидаем в 133-м кабинете, это комната поствакцинальных. Держите. Буквально несколько секунд, и все, наш глава ведомства уже привился отечественным препаратом. Какие-то